Искренне вас благодарю за лайки, за подписки. Мои карты знают все. Мы смотрим. Почему? Это расклад для тех, кто уже расстался. Расклад для тех, у кого все закончилось. Либо на паузе, да? Либо, ну, вообще не пойми как. Почему не хочет вас отпускать? Вот. Расклад общий может проиграться не у всех. За личными обращайтесь в описании. Есть номер телефона, WhatsApp, Viber. Итак, так почему уже загаданный человек? Имя произнесите, визуализируйте его. Не хочет вас отпускать в отношении. Ну, потому что у него сильная страсть. И каждый раз он надеется на то, что рано или поздно очередной новый виток в ваших отношениях станет счастливым. Человек вас, по сути, периодически подвампиривает, использует и наполняется за счет вас энергией. Вот почему он не хочет вас отпускать. По карте 4 мечей, а человек не хочет вас отпускать по той простой причине, что ему станет скучно жить, что ему не за кем будет подглядывать, мониторить соцсети, не за кем будет, а вообще пытаться держать контроль. Попадает прекрасная королева чаш, девочки, которые умеют любить, это ваша сигнификация. А давайте-ка посмотрим его сигнификацию. Что у нас за человек? Сериал есть сериал. Опять наш пажик кубков выходит на связь. Опять наш ребенок. Тут просматривается либо мужчина безответственный, либо мужчина и безответственный, и помоложе. Ну, собственно, поэтому и безответственный, потому что он еще не имеет достаточно опыта. Отношения либо терпят крах, либо закрыты. Но по карте смерть каждый в глубине души надеется на возрождение этих отношений. И каждый закрывается от партнера как может. Для чего закрывается? Для того, чтобы спасти свою ценность в своих глазах, свою гордыню. Ну, тут еще вот по этой карте у кого-то может проиграться, что у кого-то есть семья. Люди в самоограничениях. А люди связаны по рукам и ногам и абсолютно не могут никак проявиться друг к другу. Почему не может отпустить? Ну, дурак, потому что вот карта дурак выпадает. И в начале карта солнца говорила, помните, вот она в начале выпала, карта солнца, которая говорила, что каждый виток ваших отношений, новый виток, это для него, ну, знаете, как два пальца об асфальт, да. Это значит, он каждый раз считает, что каждый раз все будет так, как хочет он. Да, подтверждается тема любовного треугольника. И разговор о том, что человек очень много думает, но руководствуется в этих отношениях только страстями.